Всем привет! Вы на канале Такая Разная Кения, с вами Андрей, показываю вам эту страну. Сегодня видео с пляжа Копакабана в Мтвапе, и мы собираемся на рыбалку. Вчера искал на пляже лодку, нашел два варианта. Хозяин одной лодки попросил 5000 шиллингов в час, это примерно 35 долларов. Это Мзунгу прайс. Зато хозяин другой лодки был более сговорчивый, и я договорился с ним на 3 часа рыбалки за те же 5000 кенийских шиллингов. Сегодня 4 декабря, погода отличная, солнечная, ветер слабый, больших волн в океане нет, отличная погода для рыбалки. Мы пришли на пляж в 9 часов утра, но по-африкански владелец лодки, он был не готов к рыбалке, попросил с нас 2000 шиллингов предоплату и поехал покупать бензин и наживку. Сейчас мы ожидаем его возвращения на втором этаже, в одном из многочисленных баров на Копакабане. Это наша лодка, мотор уже прицепили, есть тент от солнца и спасательные жилеты. Рыбаки, которые вышли с рассветом, уже вернулись с рыбой. Женщина купила у них рыбу. Интересно, какой улов ждет нас сегодня. Один из рыбаков оказался ушлым парнем. Просто за видеосъемку этой рыбы он стал говорить, что я должен заплатить денег. Перебьется, блин, коммерсант. Наконец, бензин привезли. Садимся в лодку и вперед. Главный сегодня на рыбалке этот парень в синей футболке и белой панамке, морской волк, капитан Деннис, как он представился. У нас лодка с тентом и мотором, но для рыбалки можете арендовать и парусную. Лодка под парусом выйдет немножко дешевле, но без тента под африканским солнцем за несколько часов вы просто сгорите. Капитан Деннис пробует завести мотор, это ему удалось только с пятой попытки.
Плывем от пляжа Копакабана на север в направлении деревни Ндодо. Вместо якоря у нас кусок окаменевшего коралла. А в ведре рыболовные снасти и наживка. Сейчас проплываем на берегу Джамбо Руинс, древнее поселение на окраине Мтлапа. А это пляж, на котором несколько месяцев назад русская диаспора отмечала день рождения Владимира. Лестница, с которой еле спустились, не свернув себе шеи. Утес над водой, за ним находится деревня Ндодо. Приплыли к рифу, до берега километра полтора, и капитан Деннис сейчас мастерит рыболовные снасти. Рыбачить будем на донку-закидушку. Все легко и быстро, капитан Деннис берет леску, прилаживает два крючка, грузило, и снасть готова. В качестве наживки используются сырые креветки.
креветки кончились, и в качестве наживки мы используем уже кусочки кальмара. К сожалению, крупную рыбу поймать сегодня не удалось. Поклевки были, рыба дергала насадку, но по большей части это была мелочь. Наш улов сегодня — 3 рыбки. Мы отнесли в отель Мэри Вилла на кухню, попросили пожарить, приготовить, заплатили дополнительно 400 шиллингов. Дополнительно к нашим рыбкам заказали еще еду в ресторане Мэри Вилла. На этом все. Спасибо капитану Деннису за рыбалку. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Кто хочет приехать в Кению, кому нужна помощь, у кого есть вопросы, можете писать мне в WhatsApp. Мой WhatsApp есть под каждым видео. А сейчас всем пока-пока.